Сегодня на участке федеральной трассы в районе поселка памяти 13 борцов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Грузового автомобиля ДАФ и отечественного автомобиля ВАЗ-2107. Пока сейчас трудно говорить о нарушениях правил дорожного движения с какой-либо стороны. На месте работает следственно-оперативная группа. Наряд ДПС оказывает содействие в регулировании дорожного движения, чтобы транспорт шел бесперебойно.